Всем привет! Угостили меня вот такими двумя красавицами, и я сразу поняла, какое блюдо из них приготовлю. Это горшочки из тыквы с перловкой, мясом и грибами в сливках. А так как у нас грибы едят не все, то один горшочек будет без грибов. Перловку хорошо промываю и заливаю водой 1:3 и варю до полуготовности. Когда перловка будет готова, откидываю на дуршлаг, чтобы слить лишнюю воду. Морковь натираю на крупной терке, лук нарезаю мелким кубиком. Говядину нарезаю небольшими кусочками. Далее из тыковок делаю горшочки. Для этого нужно срезать верх, это будут крышечки. И нужно удалить все ненужные внутренности, семена и волокна. Все это можно убрать ложкой, либо ножом. Мне очень удобно убирать рукой. Получается вот такой горшочек. Со второй тыковкой проделываю то же самое. А теперь нужно обжарить все подготовленные ингредиенты. Обжариваю лук с морковкой в небольшом количестве растительного масла. Говядину тушу до готовности и в самом конце соединяю с мясом и морковью. Мясо нужно посолить и при желании можно добавить перец. И далее вливаю сливки и притушиваю, пока сливки частично не выпарятся. Сюда же добавляю часть перловки, все перемешиваю и пока отставляю. Для следующей начинки нарезаю грибы, обжариваю их в небольшом количестве растительного масла. Вливаю сливки и тушу до готовности. И в конце добавляю мясо и оставшуюся часть перловки. При приготовлении каждой начинки не забывайте добавлять соль по вкусу. А теперь только осталось начинить тыковки и поставить их запекаться. Тыквы смазываю внутри растопленным сливочным маслом и наполняю их начинкой. Начинку для этого блюда можно придумать абсолютно любую, все, что вы любите. Тыква – это такой универсальный овощ, с ней сочетаются очень многие продукты. Каждую тыкву оборачиваю в фольгу, у меня фольга тонкая, поэтому я обернула в два слоя. Буду запекать в разогретой духовке до 200 градусов. Поставлю пока минут на 30, а потом буду проверять. Горшочки из тыквы готовы. Запекались они у меня 40 минут. Аромат просто невероятный. Подаю сразу в горячем виде. Тыкву нарезать можно как угодно. Хоть пополам, хоть порционно. Это простое, вкусное и вполне понятное блюдо. Без каких-либо заморских ингредиентов. Такое блюдо идеально подойдет на праздничный стол. Даже если кто-то из гостей не любит тыкву, то вполне наестся начинкой. А приготовление этого блюда вообще творческий процесс. Ну а перловка в сочетании с говядиной, с грибами и сливками уже само говорит за себя. Это очень и очень вкусно. Обязательно возьмите на заметку такую идею. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные видео. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!